Дентальная имплантация – это наиболее совершенный способ восстановления утраченных зубов. Сначала в челюсть пациенту вживляется имплантат, который играет роль корня зуба. Затем на него устанавливается абатмент, а на абатмент – искусственная коронка. В итоге у пациента появляется новый зуб, который внешне и функционально неотличим от естественного. На словах все выглядит очень просто. На деле имплантация – это сложный процесс, требующий слаженной работы команды специалистов – ортопеда, имплантолога и зубного техника. Погрешности здесь недопустимы, и наша задача – сделать имплантацию максимально комфортной и безопасной. Для решения этой задачи разработан целый комплекс технологий под общим названием 3D-диагностика. Он учитывает 7 важнейших факторов, сочетание которых гарантирует максимально успешную и комфортную имплантацию. Рассмотрим эти факторы по отдельности. Прежде всего, врач должен обладать максимально полной информацией о внутреннем строении челюсти пациента. Когда-то врачи ограничивались только визуальным осмотром. При этом корни зубов, нервы и сосуды увидеть невозможно. Невооруженным глазом видна лишь внешняя поверхность зубов и десен. Но именно скрытые от глаз детали крайне важны для успеха предстоящего лечения. С появлением рентгена врачи смогли получить гораздо больше информации. Но и рентген не дает полной картины. Мы видим только плоские проекции объемного, по сути, изображения. О толщине корней и костей мы можем только догадываться. Один анатомический объект на рентгеновском снимке может перекрыть другой, и мы не сможем его увидеть. Только с изобретением компьютерной томографии появилась возможность увидеть анатомию в полном объеме. Эта новейшая методика позволяет получить реальную трехмерную картину полости рта и всей челюстно-лицевой области. Результаты томографии, обработанные на компьютере, дают врачу полную и достоверную модель области лечения. Благодаря использованию томографии вопрос о полноте информации можно считать решенным. Теперь необходимо максимально точно до доли миллиметров спланировать предстоящее лечение. Команде специалистов нужно учесть абсолютно все детали, полученные в результате 3D-диагностики. Для этого необходимо современное программное обеспечение, позволяющее разработать план лечения, а также подобрать идеально подходящий пациенту имплантат, абатмент и коронку. Для планирования имплантации мы используем лучший, на наш взгляд, навигационный комплекс Simplant. Он обладает широчайшими возможностями для расчета и моделирования всех процессов вплоть до мельчайших деталей. С помощью Simplant можно увидеть, как будут выглядеть ваши зубы еще до начала лечения. Итак, мы получили максимально точный план лечения. Теперь наша задача – реализовать его на практике. В прошлом врач определял место установки имплантата, полагаясь на свой глазомер, и затем устанавливал его вручную. Как показали клинические исследования, среднее отклонение от правильного места установки составляло почти 4 мм. Ошибки были не только с местом, но и с углом наклона инструмента. Кроме того, глубина отверстия часто отличалась от запланированной. Любое из этих отклонений порой приводило к повреждению нервов, корней соседних зубов или околоносовых пазух. Исправление таких ошибок требовало времени и средств. Чтобы избежать таких трудностей при имплантации, во всем мире врачи используют хирургический шаблон Surgery Guide. Он представляет собой специальный шаблон-направитель, который устанавливается на челюсть и полностью контролирует направление, угол наклона и глубину проникновения инструмента. Его размер и форма моделируются в навигационном комплексе Simplant. Шаблон изготавливается с помощью современной технологии трехмерной печати. Он является индивидуальным и делается по меркам для конкретного пациента. Шаблон Surgery Guide с абсолютной точностью контролирует все движения сверла, не допуская отклонений и останавливая сверло ровно на нужной глубине. Таким образом, любая ошибка во время установки имплантата исключена. Кроме точного расчета предстоящих манипуляций, нам также необходимо свести к минимуму хирургическое вмешательство. Традиционная методика имплантации подразумевает обязательное раскрытие достаточно обширной области десны. А это уже хирургическая операция со всеми вытекающими последствиями. Однако новые методы позволяют провести имплантацию без разрезов, ограничившись лишь проколом в десне размером в несколько миллиметров.
Теперь вмешательство действительно минимально. Мы сделали все, чтобы процесс заживления проходил быстро, а вероятность негативных последствий была сведена к нулю. Используя навигационный комплекс «Имплант» и шаблон «Surge Guide», мы делаем лечение комфортным и безопасным. Раньше пациенты сталкивались с необходимостью по несколько месяцев ждать приживления имплантатов и обходиться в это время без зубов. Современные технологии непосредственного протезирования Immediate Smile Bridge базируются на точном 3D-планировании и позволяют уже в день имплантации установить временный мост, который заменит зубы до момента установки окончательной конструкции. Это означает, что пациенты избавлены от эстетических проблем и им гарантирован безупречный внешний вид на весь срок лечения. Напоследок остановимся на такой важной теме, как стоимость лечения. Если лечение спланировано лишь приблизительно, а его методика допускает погрешности, то заранее определить точную стоимость лечения невозможно. Пациент готовится заплатить одну сумму, а потом может столкнуться с необходимостью доплачивать. Рост расходов в такой ситуации часто непредсказуем. При использовании 3D-диагностики стоимость лечения становится понятна уже на начальных этапах планирования и в дальнейшем практически не меняется. Поэтому пациенты застрахованы от непредвиденных расходов. Итак, что же дает нам комплексная технология 3D-диагностика? Мы можем получить информацию в полном объеме и максимально точно спланировать предстоящее лечение. Это достигается благодаря компьютерной томографии и использованию навигационного комплекса Simplant. Полученный план лечения мы можем точно реализовать благодаря индивидуальному шаблону Surge Guide. Все вместе позволяет нам свести хирургическое вмешательство к минимуму и избежать негативных последствий. Причем нужный эстетический результат пациенты получают моментально благодаря использованию технологии Immediate Smile Bridge. Наконец, стоимость лечения понятна уже в самом начале, и пациенты не несут непредвиденных расходов. Таким образом, современная 3D-диагностика, сочетающая в себе 7 ключевых факторов, позволяет сделать дентальную имплантацию максимально комфортной и безопасной. Навигационный комплекс Simplant и шаблон Surge Guide получили знак одобрения Стоматологической ассоциации России. Вы можете быть уверены, что ваши зубы станут по-настоящему красивыми.